Всем привет! У нас родился младший братик, и в честь этого, в честь рождения малыша, правительство Москвы выдает коробку. С всеми принадлежностями для малыша. Ее еще называют Собянинская коробка. Сейчас мы будем делать анбоксинг. Поехали! Поехали! Так, давайте начнем. Это у нас трансформер детский. Похоже, это комбинезон. Для того, чтобы его носить зимой и не было холода. Так, ну я вижу подгузники. Это понятно, для малыша подгузники. Это полотенчик, да? Это комплект для купания новорожденного. Так, термометр, чтобы мерить температуру. Нет, термометр. Так, я хочу достать. Это игрушка, ее, наверное, малыш еще грызть будет, не только погремушка. Так. Ну давай, Вася. Это чтоб ногти покажи. Стричь, похоже. Покажи. Да, это, наверное, чтобы. Да, это швейцарское, что ли? Это детские маникюрные ножницы. Дальше. Это у нас набор различных вещей. Это молоко увлажняющее, шампунь для младенцев, детская присыпка, защитный крем с пантенолом и крем-гель для купания. Дальше у нас лежит клеенка подкладная. Это, наверное... Для пелена. Да. Нет, это не для пелена. Это, наверное, в коляску класть. Да, здесь коляска нарисована. Это погремушка. Вот это чтобы грызть ее. Нет, это не погремушка. Это чтобы это зубы грызть. Когда прорезаются. Так, это у нас баночка. Ну, баночка, бутылочка. Для молока. Чтобы наливать, и потом малыш такой. Так, следующий у нас расчесочки и щеточка такая. Приглаживать ему волосики. Так вот. Это соска. Дальше у нас идут специальные палочки. Дальше идут специальные ватные палочки для детей, чтобы не повредить им уши. Это термометр. Просто чтобы мерить температуру. Да, в комнате. Все, знаете, как это? Это бумажки. Все. Это всякая документация. Чтобы знать, где что. Куда ехать. Для тех, кто в Москве. Нет. У нас ватные диски. И это у нас последняя, еще одна клеенка подкладная, только, здесь уже нарисована кроватка, это, наверное, для манежа, для такого. Здесь манеж типа нарисована, там была колясочка нарисована. Вань, давай. Ну, бери что-нибудь. Любой что. Это что? Это трусики-подгузники. Да, трусики-подгузники. Покажи. Дальше у нас идут влажные салфетки. Это что? Это комплект одежды, просто сразу. Это комплект одежды, да. Здесь, не, нужно же посмотреть, что есть. Нормальная одежда. Здесь... Боди ясеничная, еще что-то. Боди, да. Комбинезон ясеный. Комбинезон ясеный. Это комбинезон ясеный. Это у нас боди ясельная, опять же. И что-то есть. Здесь еще вот штанишки есть. Пеленка. Ползунки. Ну, различные. Пакетики бери.
Это одеяло. А дальше у нас идет, это у нас, это еще один комбинезон, куртка. Дальше вот, дальше вот здесь идет матрасик с пледиками. Матрасик, наверное, это в коробку, что прям для тех, у кого кровати нету, малышей, их в коробочку. Вот, это у нас. Пеленка теплая и пеленка легкая. А, то есть это тепленькие такие, а это и вот матрасик, все. Вот. Да, это вот здесь прям малыш может спать. Да, это просто с резинкой. Тут просто с резинкой и матрасик. На матрасике просто. Это другой стороны. Ну вот, собственно, и все, из чего состоит эта коробка. В этой коробке было много всего интересного и полезного для малыша. Мне кажется, ему очень понравится. Мне понравились маникюрные ножницы. Мне понравился термометр. А мне понравился наборчик, вот, чтобы малышу купать. Ну, чтобы малыша купать. Пока.